Правоохранительные органы задержали бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана Агляма Садридинова по подозрению в организации заказного убийства. Преступление, уверены следователи, произошло еще до назначения его на министерскую должность, когда подозреваемый был главой Буинского района республики. Чем помешал убитый человек, в детали громкого дела вник Айрат Назипов. Сейчас я прошу вас проверить сотрудников уголовного розыска. Кадры задержания Агляма Садридинова сегодня распространил Следственный комитет. Меры пресечения ему пока не вынесли. Сделать это планируют в самое ближайшее время. Основания, говорят, есть. Корни дел тянутся в начало 2000-х, когда подозреваемый был главой Буинского района республики. По версии следствия, в 2003 году подозреваемый организовал убийство жителя города Буинска. По предварительным данным, причиной стала активная гражданская позиция потерпевшего, которая систематически направляла жалобы в различные инстанции на действия подозреваемого. Для совершения убийства он обратился к участникам Казанского организованного преступного сообщества «Квартала», которые за вознаграждение в размере 180 тысяч рублей застрелили мужчину на пороге дома в городе Буинске. Посредника и исполнителя убийства бизнесмена задержали в 2009-м. Год спустя они были приговорены Верховным судом республики к значительным срокам лишения свободы. Личность заказчика тогда установить не удалось. Аглям Садридинов возглавил Минэкологии в 2007-м. Через 3 года его освободили от должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». А еще через 2 в отношении него было возбуждено дело о превышении полномочий. Экс-министра обвинили в перечислении частной фирме 6 миллионов бюджетных рублей за установкой утилизационного комплекса. К слову, он так и не был введен в эксплуатацию в полном объеме. В 2014-м суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. И сейчас аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет получила данные о причастности 68-летнего Агляма Садридинова к убийству 17-летней давности. Айрат Назипов, Вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.